Госдума приняла поправки в федеральный закон о полиции. Они наделяют полицейских новыми полномочиями. Теперь полицейские смогут проникать в жилые помещения и на земельные участки для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления. Досматривать транспортные средства, вскрывать их для спасения жизни граждан или обеспечения их безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Для пресечения преступления или проверки сообщения об угрозе террористического акта. Полицейские смогут проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они скрывают предметы хищения.